Привет всем. Мини-трактор Украина готовится на отправку техника. Подготавливают последние приготовления. У нас сегодня идет снег. Очень тяжело пропускная. Одна колея едет, но тем не менее трактора уезжают по всей Украине. Сегодня едет Синтай Т-240 ТНТ. Отличительной чертой данного трактора является наличие четырехступенчатой коробки передач. Именно 4 плюс 1 умножить на 2. 2020 года трактор. И, конечно же, резина у него высокая, 9,5 на 24. Задние, передние балансиры. Синтай 244 ТНТ. Полноприводный, с гидроусилителем руля. 1,10 м у него по центрам колея, задние колеса раздвигаются, то есть регулируется у него ширина, повышенная, пониженная передача. Будем отгружать. Трактор отлично работает. На данный трактор мы уже регатировали щетку, лопату, для того, чтобы быть готовым к такой зиме. Обратите внимание, минимальный агропросвет данного трактора 30 сантиметров, поэтому он очень хорошо подойдет для сельхозработ, также для каких-то снегоуборочных мероприятий. Красивый, современный, эргономичный, мощный двигатель в данном тракторе используется 385 ВТ. Все залито антифризом, залито маслами. Также существует система скидок сейчас. От основной цены можно получить скидку только до конца этого месяца. Трактор имеет раздельную масляную ванну, однодисковое сцепление сухого типа, гидропару, вал отбора мощности с частотой вращения 540 оборотов в минуту. Штатная розетка, небольшой зип-набор, зеркала, воздушный фильтр. И, конечно же, современный дизайн. Довольно-таки уже стал хитом данный трактор. Двигатель. Даже можно размышлять о том, что он не уступает знаменитым брендам, которые выпускают от фирмы Yangdon KM385. Синтайчик поедет сейчас в Киевскую область. Полноприводный, четырехступенчатый, на высоких колесах. В принципе, по цене самый дешевый из всех, который имеет вот такую вот комплектацию, такую функцию. Хорошего настроения. Пройдут снегопады, будем доставлять еще больше техники. На сегодняшний день движение затруднено, но тем не менее некоторые доставки мы все-таки еще совершаем. С вами был канал Мини-трактор Украина. Звоните, заказывайте.